Ремонт во дворе дома 277 по Нововокзальной закончили недавно. Появилась новая детская площадка. Но жители уверяют, сделано не все. Даже ворота на футбольном поле всего одни. На этом поле кустарник растет, не убрали. И от старого асфальта остался асфальт, щебень. И пол двора дороги сделали, а пол двора дороги нет. Три подъезда дороги есть и тротуар, а четвертый не сделали. С вопросами, кто виноват и что теперь делать, жители этого двора пришли на общественные слушания по благоустройству. На их проблему обратили внимание, выслушали и взяли на заметку. Отдельные вопросы помогает решать общественный совет микрорайона. А 13 сентября определятся и составы районных советов депутатов. Полномочий у них будет больше, а значит, и работа станет еще эффективней. И реально начались подвижки по тем проблемам, которые существуют у жителей нашего микрорайона. Где-то восстановили уличное освещение, где-то незапланированно начали делать асфальтирование внутрипортальной дороги. Активные жители тоже не сидят сложа руки. Если есть проблема, нужно вместе добиваться ее решения, считают они. Уже есть чем гордиться. На Нововокзальной 271 полным ходом идет ремонт внутриквартальных дорог. Работу общественников здесь можно не только увидеть, но и почувствовать буквально на себе. Ровный новенький асфальт должен был появиться только в следующем году, но благодаря работе общественного совета ремонт провели вне плана, на год раньше. Говорят, работы в районе еще много, но берутся за нее с энтузиазмом. Валерия Макарова, Станислав Левин, События.